Приветствую вас на выставке Агрофорум 2023. Меня зовут Сергеенко Илья, компания Агротехника. И сегодня я расскажу вам про трактор КАТ-2204 мощностью 220 лошадиных сил. Данная модель оснащена турбированным шестицилиндровым дизельным двигателем фирмы Вичай. Также на двигатель установлена топливная аппаратура Common Rail с непосредственным впрыском топлива, что позволяет экономить топливо без потери мощности, а для подготовки воздуха используется интеркулер. Коробка передач обеспечивает плавность хода в диапазоне от 4 до 33 км в час с помощью 16 передних и 4 задних передач. Объем топливного бака 280 литров. Одной заправки вам точно хватит на смену, и дозаправка в поле не потребуется. Для энергонасыщенных работ возможна установка спаренных колес. Трактор оборудован раздельной гидравлической системой, то есть гидравлика, которая работает с навеской, и гидравлика, которая работает в трансмиссии, находятся в разных баках. Это дает нам частоту масла и продлевает срок его службы. На КАТ-2204 используется трехточечная навеска третьей категории. Есть 4 пары гидровыходов со скоростью потока 60 литров в минуту. Трактор можно агрегатировать с тяжелыми орудиями, подходящими под мощность. В стандартной комплектации уже есть компрессор с ресивером, который можно использовать для продувки радиаторов и подкачки колес. Мощная головная оптика позволяет работать в любое время суток при любых погодных условиях. Кабина у нас с панорамным остеклением из каленого стекла, имеет угол обзора 360 градусов. Кабина оснащена системой кондиционирования, что с нашей жарой просто необходимо. Рулевое колесо регулируется в двух направлениях в соответствии с ростом оператора, а кресло имеет комфортную пневмоподвеску и подлокотники. Также в стандартной комплектации есть радио с USB-разъемом, который также можно использовать для зарядки телефона. Пол обшит звукоизолирующим материалом, что максимально снижает уровень шума, а резиновые подушки кабины максимально снижают вибрацию. Органы управления удобно расположены с правой стороны. Также есть подстаканник и места хранения. Максимальный угол открытия капота 40 градусов, что обеспечивает полный доступ к деталям двигателя и системе охлаждения. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за нашими новостями. До встречи в поле или на следующей выставке.